Результаты работы с двумя ножами перед отправкой заодно покажу на видео. МакГиннис. Здесь вот как были царапинки, естественно, так и остались, но ничего нового нигде не появилось. Абсолютно ничего нового. Ножичек в идеальном состоянии, как пришел. Ну и подвод полностью исправлен, все косяки устранены, нож замечательно заточен и отлично режет. Вот эта штука меня чуть не убила просто, конечно. Это, наверное, самая сложная работа за все время заточки. Два нюанса. Первый. Клинок явно сильно перекален здесь, в начале, потому что одним и тем же абразивом, под одним и тем же углом все точилось, и при этом вот эту часть клинка брали только алмазные камни. Финиш вообще не брал. Те финишные камни, которые у меня есть, вообще вот это вот не брали. Барайды просто проскальзывали. Вот. Поэтому получился разный финиш немножечко здесь на передней части клинка и здесь вот на вогнутой части клинка. В любом случае, сам финиш – это чисто визуальный момент. Режет нож очень хорошо по всей длине режущей кромки. Давайте продемонстрирую. С самого начала вот этим вот, непривычно, конечно, им резать, этой стороной и этой стороной. Ну, я думаю, что излишне. Нож очень остро заточен, но вот единственное, что визуально немножко различаются подводы. Я намучился с ножом жутко. Это, в принципе, дольше, чем этот нож, я не точил никогда и ни один. При том, что его размер не очень большой, да, если не, ну, как там, мачетину какую-то не прикладывать сюда, к этой классификации, то я точил этот нож 3,5 часа, короче говоря. Такого никогда не было. Это просто какая-то жесть. Но это впечатляющая, конечно, штука. Он гениальным образом сидит в руке. Режет он, конечно, адски после того, что с ним тем более сейчас сделано. Вот. Это просто нечто. Бриться не буду. Не хотелось бы. Вот. Надеюсь, поедет хозяину. Надеюсь, понравится все. Жду отзывов от хозяев ножей. Ну и счастливой им дороги. До новых встреч в интернет-эфире.